Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». Межрегиональный лагерь-семинар «Набирая высоту» – одно из самых ярких событий этой осени. Год от года он расширяет границы для участников, а организаторы готовят насыщенную программу. Подробнее сегодня говорим с директором лагеря Артемом Никитиным. Лагерь стартовал уже в шестой раз. Давайте расскажем для начала, что это такое. Лагерь «Набирая высоту» – это площадка для активной молодежи из города Рязани, Рязанской области, а также других регионов Центрального и Федерального округа. Лагерь проходит, как вы сказали, в шестой раз. С прошлого года стал межрегиональным. Лагерь интересен тем, что на протяжении трех дней у ребят есть возможность пообщаться с органами власти как нашего региона, так и страны в целом. Лагерь посещают гости и из Госдумы, и Совета Федерации, а также наших местных властей. Что очень интересно, что попасть в него может любой желающий, потому что заявки на участие может представить любой рязанец и житель Центрального федерального округа. Самый обычный житель, да. И задать любые вопросы? Любые вопросы через социальные сети, потому что мы открыто объявили набор в социальных сетях. Сегодня у нас уже есть почти 200 заявок на участие в лагере. Все проходят такой строгий отбор, потому что мы заинтересованы в том, что приехали новые лица, лица заинтересованные, которые готовы работать вместе с нами, и в том числе в нашем регионе, тем более. Но... А работать это что значит? Создавать какие-то новые проекты, также принимать какие-то заявки, пожелания, идеи. Что это значит? Лагерь организует традиционно «Молодая гвардия Единой России», поэтому мы понимаем то, что мы ищем к себе новые лица, люди, которые готовы с нами работать, с нами реализовывать наши проекты, а также придумывать новые. Более того, лагерь только начало, потому что после него в течение всего года будут отдельные площадки, там, да, уже в городе в Рязани, они будут однодневные на разные темы, абсолютно от организации мероприятий, мастер-классов до социального проектирования, работы в социальных сетях, все это включает в себя в лагерь. Какой аспект работы вы назвали бы самым интересным? Сложно сказать, потому что, когда мы формировали программу лагеря, мы ее формировали из-за потребности. То есть в анкете участник лагеря была графа «Что вам интересно», грубо говоря, и каждый желающий вписывал, да, что ему хочется там услышать. Это и ораторское искусство, это и работа в социальных сетях. В этом году будет очень сильный медиаблок, потому что всем очень интересно узнать, как работает телевидение, как работает в социальных сетях. Также очень много заявок. Это будут лекции или какие-то наглядные вещи, съездить, не знаю, со съемочной группой, может быть, куда-нибудь, потому что говорить и делать абсолютно разные вещи. Знаете, лекции – это больше в институте, да, а мы понимаем то, что нам нужен интересный формат, да. У них будут тренинги, они будут подвижные, у них будут такие, знаете, более конкретные мастер-классы, они могут попробовать себя, где-то побывать там, да, в роли, допустим, ведущего, если это будет медиаблог, если это будет социальное проектирование, написать сами социальный проект, его защитить, так как гости лагеря еще будут представители социально ориентированного бизнеса, у них будет возможность презентовать свой социальный проект и даже получить на него свое финансирование. А что дальше? Ну, вот, допустим, я не пекарь, да, но решила попробовать испечь хлеб, допустим. Мы от себя, как «Молодая гвардия», готовы поддержать любой проект, вместе с ним его развивать, учить и его продвигать дальше. Потому что когда-то лагерь «Набирая высоту» тоже был каким-то социальным небольшим проектом, а сейчас уже до шестой год подряд мы его реализуем, и шестой год он развивается. Сначала было 30 участников, сейчас уже это более 100 участников будет, и уже он межрегиональный, а не городской. А кто знает, что будет дальше, потому что у нас тоже есть свои амбиции. Мы очень хотим, чтобы в следующем году уже лагерь стал международным, позвав в него города-побратимы Рязани. Это и Брест, это и Мюнстр, и другие наши дружественные нам города. Поэтому то же самое с проектами наших участников. Главная их свежая идея, их какие-то, не знаю, там еще тоже и амбиции, и инициативы, мы их поддержим и вместе с ними будем их реализовывать. Я понимаю, когда есть какое-то одно направление, в котором глубоко можно, да, вникнуть во всю суть, разобраться, но мне кажется, когда их настолько много, тут немножко такая ситуация, раздрай получается, нет? Ну а как должен выглядеть современный человек, современная молодежь? С миллионом идей, с миллионом идей, да, в разных направлениях, и должен интересоваться историей, быть патриотом, он должен быть, я не знаю, любить современную музыку, смотреть фильмы, читать книги, он должен любить свою страну в том числе. И очень много разных направлений, поэтому я считаю то, что наша молодежь, которая современная, активная молодежь, должна иметь работу в любой сфере, это на самом деле так, потому что все вот 100 наших участников – это именно такие люди, которым интересны любые направления, любые сферы деятельности. Три дня хватит?
Сложно было, да, в 3 дня уложиться. Это наша, конечно, да, большая проблема, потому что хочется донести как можно больше всего. И поэтому мы приняли как раз решение, то, что после лагеря будем ежемесячно с ними встречаться уже в городе Рязани, на площадках нашего города, вузов там, и других учебных заведений. Даже если мы говорим о приезжих каких-то? Даже о приезжих, да, мы всегда готовы звать их к себе. Тем более у нас в организации «Молодой гвардии» очень много образовательных семинаров проходит на уровне там, да, федерации, федеральном уровне. Мы встречаемся с ними и в Москве, и в других регионах. У нас очень тесные связи со всеми регионами Центрального федерального округа. Вот вы сказали, что можно задать любой вопрос представителям власти. Я думаю, что есть какие-то вопросы, скажем так, на грани, да, когда хочется знать правду, но ты понимаешь, что по-другому это быть не может. Есть такие вопросы? Много ли их? Знаете, у нас в один из лагерей был очень интересный тоже участник лагеря, который пытался научить одного из высокопоставленных чиновников, как правильно класть дороги. Вот, то есть было даже такое, да, но так как все гости у нас компетентны полностью, они ответят на любые вопросы, все люди, я считаю, когда как наши участники тоже культурно воспитанные, поэтому у нас не может быть прям какие-то такие большие инциденты. Но мысль-то была хорошая? Мысль была хорошая, да, и чиновник все полностью объяснил, рассказал, как бы вот... Но нереализуемая. Значит, ну, я думаю, то, что тенденция идет хорошая, а когда здесь есть тенденция, я думаю, то, что все будет хорошо. Есть еще какие-то интересные проекты, похожие на этот? Похоже на этот проект. Да, у нас был проект «Цунами», тоже образовательный форум. Они были еженедельные в нашем городе для обучения актива «Молодой гвардии». Тоже был хорошо реализован, потому что сегодня, ну, когда приходят активисты в любую организацию, они приходят с чем? Да, с базовыми навыками, которые получают в школе или в вузе. Есть образование формальное, есть неформальное. Да, и очень важно, чтобы именно активист, это пример для всей молодежи, знал больше, чем любой другой. И вот мы обучали на протяжении полугода наш актив молодогвардейский, чтобы они были такие, знаете, вот знающие все. А это они... сколько человек? Это порядка где-то 70-80 человек. Тоже были еженедельные встречи по небольшим группам, там, да, по 10-15 человек, интересные гости в разных местах. Тоже все прошло достаточно успешно. Также, что касаемо лагеря, что же очень интересно, кроме лекций, тренингов, мастер-классов, в лагере будет выставка студии 13, федеральная студия, которая занимается политическими карикатурами. Из интересных лекций, допустим, из Госдумы депутат Андрей Леонидович Красов привез лекцию по геополитике, по ситуации в Сирии, тоже расскажет молодежи из первых уст, да, как вот принималось решение в Госдуме, что об этом говорят на федеральном уровне. А гости будут и из Совета Федерации Николай Иванович Булаев, в том числе. А, кроме этого, у нас будут и квесты, и дискотеки 90-х, и фаер-шоу, и салюты. Вы собрали, по-моему, все, что можно. Все, что можно в 3 дня, да. Знаете, когда даже участники уезжают уже из лагеря по протяжении 3 дней, настолько грустно. Они говорят, почему еще неделю мы не можем? Потому что наша задача сделать так, чтобы, ну, их заинтересовать в нашей деятельности. А уже потом, весь год мы с ними работаем. Вы собираетесь вот так единоразово, раз в год? А, вот именно в формате лагеря набирая высоту, да, раз в год. Нужно понимать то, что есть и другие там, да, площадки и за пределами нашего региона, да, это и лагерь Таврида федеральный, там, да, это и Селигер в том числе. Мы стараемся вот наш актив, да, везде образовывать, чтобы они были вот первыми. Есть еще какой-то шанс у наших телезрителей записаться в лагерь, набирая высоту? Может быть, на следующий год, подскажите? В этом году уже, к сожалению, нет, потому что был прием заявок до 9 числа. В следующем году, конечно же, можно. Мы готовы всегда ждать интересных людей, причем нам не важно... Разных профессий, разного возраста. Разных профессий, разного возраста, потому что у нас очень много работающей молодежи, которая активно участвует в общественной деятельности. Разные интересы. У нас даже, да, хоть лагерь такой, молодой гвардии, на России, политическая организация, у нас как бы, да, есть и люди с коммунистическими взглядами, и с либерально-демократическими тоже. Да, чтобы все понимали, ничего никому не навязывается. Конечно. Есть некое поле для обсуждений, для бесед, для обмена мнениями. Да, в лагере всегда проходят такие дискуссии, есть даже дебаты, есть такие у нас деловые игры, там, да, по выбору президента лагеря, где объясняются все там, да, процессы избирательного права в том числе. И наша задача, да, какие-то вот обычные такие вот вещи, ну, да, связанные с политикой, связанные с правом, с ораторским искусством, ну, социальным проектированием. Языком. Да, понятным языком, и лучше даже в деловой игровой форме. Что-то было интересно, потому что, ну, очень не хочется быть похожими на обычные лекции в вузах. Я вам от всей души желаю не терять набранную высоту. А с телезрителями мы прощаемся. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас на сайте, если что-то пропустили. Город 62.tv. До встречи.